Родион Тухватуллин. О себе. Родом из Зауралья, село Целинное, раньше было Новокочердык, Усть-Уйского района. А вообще корни – деревня Трехозерки, оттуда мои прадеды. Мой прадед прошел 4 войны, полный георгиевский кавалер, и ни одной царапины, и ни одного ранения. Учился в Шумихинской школе-интернате, Куртамышской школе-интернате, затем учеба в Троицком ветеринарном институте, потом армия на Дальнем Востоке. А в настоящее время живет в поселке Мортка Кандинского района и работает ветеринарным врачом. Бабочка. Вечер спокоен, листва молчалива. Время, уснув в ожидании прилива, окаменело, остановилось, только в окошко бабочка билась. Трепет ее передался и мне, и я рванулся в воздушном седле. Птицей отважную ввысь быстро взмыл, но ураган с пути меня сбил. Бросил на землю, крылья сломал, дерзости той он не ожидал. Бабочка бьется упрямо в окне, хочется быть ей в воздушном седле. У судьбы я прощения не спрашивал, не пытал никого, не допрашивал. Если в чем виноват, я отвечу, пред Всевышним, конечно, замечу. Есть у каждого в жизни ошибки, и безгрешных средь нас не найдешь. Выбрать путь, словно мостик свой зыбкий, спотыкаясь, не раз упадешь. Но пройти этот путь все же надо, сделать вывод, как дальше жить. Знать бы только, что ты будешь рада, и в клубке не порвется чья-то тонкая нить.